понедельник в Самарской области малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь. Днем 23-26 с плюсом. Ночью 18-20 выше 0. Ветер западный, юго-западный. Скорость 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, осадки в виде дождя. Днем плюс 24, ночью плюс 18. Западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно и дождь. Температура воздуха днем плюс 24, ночью плюс 19. Западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 20. Юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 64%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.